Дробай. Чикаго-маганс, а? Time for trouble, bitch! Кто играл в Brawl Stars, поймут. Всем привет, с вами канал Белос ТВ. И сегодня произошло чудо. Наконец-то. Долгожданная многим реакция на короткометражку Брайана «Последняя кнопка» уже здесь. Вы ее ждали целую неделю и два дня. И вот она здесь. Поехали. SM, Fields или SMI. Улица Вавилова? Окей. Последняя кнопка Ютуба. Оливия, где мой йогурт? Чё? Где мой чертов йогурт? Чё? Это по-молдавски. Завались. Слушай ты, бестолковая, мерзкая бомжиха. Ну да, местечко тянет на помойку. Помойку? Да больше ни один человек тебя к себе жить не возьмет. Вот именно, недочеловек. У вас да и хрена over 9000 сообщений. С юбилеем. Каким еще юбилеем? Канала. Брайана на канале только что стукнуло 10 миллионов подписчиков. Да. 11. Сейчас 11 на данный момент. Ой, уже 9 999 999. Блин, как же задолбал этот придурок. Смотри, Брайан, у Оливии появился парень, а она его уже и ненавидит. Зато с твоей девушкой очень даже ладим. А, Ивангай. Это Ивангай нарисованный. Ну спать уже, а? Это уже выглядит блевотно, на самом деле. Хватит. Ты хочешь, чтобы она опять ушла на трое суток из дома? Да, я тоже. Вообще-то, у меня есть девушка. Ну так поцелуй ее! А еще лучше, покажи! Да кто это все время пишет, я не понимаю. Уже 17 уведомлений. Твоих уведомлений. Да мне уже неделю пишет твой гребаный фанат. Фанат? Да. Подписчик. Гаденыш. Брайан, да? Кто это? Предлагает устроить вписку в честь твоих 10 миллионов подписчиков на канале. Ой, то есть 9. А знаешь где? Где? В его хижине. Да ну нафиг. В лесу. Да давай. Ой-я. Звучит как начало. Чувак, у тебя горит. Дешевого ужастика. Чувак, у тебя горит. Не-а. Все за правду, чувак. Ну окей. Ну окей. Я один заметил, что это гринскрин. Очень палевный гринскрин, ребят. Принглс! Даже в этой короткометражке есть реклама. Product placement, ёкарный бабай. Надеюсь, что эта песня мне не прилетит авторское право. Черт, мне нужно успеть доделать этот реферат до пятницы. Представляете, у меня получилось. Со мной едет сам Брайан Мафф. Братан, чё ты такой кислый? А-а-а! Оливия! Пойди, чё кто? Вас ждёт смерть! Как же круто, что вы со мной поехали! Там должен... Не ездите туда! Глупцы, вы умрёте! Вас ждёт смерть! Стой! Ты должен стать главным! Кто я? Ты... сбил... бомжа! Ну и чё? Нормально. А я думал, это голубь. А я думал, сова.
Воу. Слушайте, вид красивый. На самом деле. Немного дом напоминает, знаете, из зловещих мертвецов, и плюс еще из дом монстров. Подождите немного. Сейчас должна подъехать моя девушка. Ладно, ботан. Пошутили, хватит. О, смотри, брат. Да, в смысле пошутили. Я девушка ботана. Я люблю учить физику и имею полное собрание сочинений Хокинга. Ребят, я все еще верю в то, что Оливия на самом деле любит Брайана. Я все еще в это верю. Еще я буду давать ботану между экзаменом по математике и микробиологии во время 3-минутного перерыва. Ему как раз хватит. Кстати, у меня тут не покидает один вопрос. А куда делся тот парень в красной кепке, который типа, мол, обещал рассказать про ту тайную кассету? Куда он делся? О, Мерседес, хорош! Вау! Ты все-таки приехала. Ну, конечно, пирожочек. Так хочется сказать, ля какая! Шикарная машина! Вообще! Где эта шлюха? Обзавидуйся! Оливия, как ты там мне показывала? Ребята, я вам браслеты сделал. Это... Ты сейчас зря, чувак. Я никогда не буду мыть твою голову. О, у меня написано, я никогда не буду смотреть канал мистера Макса. И не надо. Чувак, и не надо. Это, видимо, игра, я никогда не... Мама, что же мне делать? То есть ты дочка дерзкой няни? Прикольно. Неудивительно, но прикольно. Что у меня с вентилятором? Блин, обожаю такие черепа. Ребят, а пойдемте я им кое-что покажу. Но это только для мальчиков. Пофиг, пойдем. Действительно, пойдем, но... Я скоро приду, милая. Не скучай. Возвращайся скорее, пирожочек. Хорошо. Ой, господи, пирожочек, ёкарь, давай. Чё? Я его ненавижу. Слышь ты, мымра. Ты думаешь, я ничего не понимаю? Зачем ты здесь? Нет. Думаешь, я поверю, что этот четырехглазый чмошник тебе интересен? Ты лицемерка, слышишь? Да я тебя насквозь вижу. Ты про моего Я впервые соглашусь с Оливией. Он же такой милый, как котенок. А может, твоему кошельку показать он наивный. Кое-какие он не просто фоточки? Милый. Какие? Совместные фоточки. С тем сельским аналогом Криса Редфуса. С твоего телефона. Пруфы есть? Покажи. Ну-ка. Не это потеряла? Забавно. Это тот сценарист, который... Ну, не сценарист, а режиссер, который сидел в начале-то. Думала, ты совсем тупая, как пробка. Знаешь, мне через неделю экзамен сдавать. И моя мотивация здесь понятна. Я не могу лишь понять одно. А зачем тебе-то этот очкарик? Нужен. А кажется, я знаю. Ты в него втюрилась. Я знал. А я знал. Ты в него? Серьезно? Да ты хоть знаешь, что он про тебя говорит? Знает. Еще как знает. О, это тупая бомжиха. Пахнет как... Тысячи китайских деликатесов. Ну она как бы это знает. Историю, когда они с Брайаном заманивали тебя в душ. Дорожкой из чипсов. Лицемерка, понимаешь? Ты сейчас говоришь то, что Оливия по сути знает. Я уверена, что когда ты проходишь мимо зеркала,
Оно... треснет. Трескается. Но тебя никто никогда не полюбит. Казалось бы! Страшно. Это рейдж. Позор. Это рейдж. Слушай, ты! Бомбит! Ты вернулся, пирожочек. Ребята, ну как вам, а? Такой большой коллекции комиксов Marvel я еще не видел. Блин, забыл смысл. Почитает Стэна Ли как бы. Почему бы, собственно, и нет? Ребята! Чего? Повеселимся? Давай. Почему бы нет? Хотя я бить не буду. Слышали? А прикиньте, если в этом доме внезапно появится какая-нибудь подземная лаборатория и превращается это все, будет это превращаться все в хижину в лесу. Там, по сути, тоже была лаборатория. Не лаборатория, а... Его убили? Нет, просто устал и решил повисеть. Ребят, надо полицию вызвать. Связи нет в этой глуши. Я надеялась, что это кетчуп. Это кто так может конья бросать нормально? На вкус как кетчуп. Ребят, надо сваливать отсюда. Есть кетчуп. Мы все умрем. Капец. Черт, минус наша машина. Тачка. Бежим туда. А где Мерседес? Ты что, даже не знал, как ее зовут? Она мне не говорила. Все в хижину. Бежим. Ну и ну. Он ушел? Нет, Бата. Он решил тебя подождать. А вдруг ты захочешь с ним убежать в закат, держать за ручку и в припрыжку? Кстати, у меня есть полочь. Ты собралась брызгать на огромного страшного маньяка? Баллончиком? Можешь рассказать ему историю своей жизни? Тогда он точно умрет со скуки. Я предлагаю вот этот кол взять и ему обратно кинуть. Сейчас будет мячик из трейлера. Вот он. Который сейчас в реверсе обратно. Да ладно! Это всего лишь мячик. И он в реверсе, но... А вот сейчас реально страшно. О, прикольно. О, Oculus VR, хорош. HTC. О, VR. Oculus VR. Oculus VR не так работает. О, да. Я буду заниматься этим целый день. В мое время такого не было. Идите к мамочке. Боже. А сразу дверь нельзя было открыть? Да. Капец ты жирный Джокер, слышь? Ау! Больно же! Какая-то слишком реальная виртуальная реальность. Ладно. Ты реально какой-то жирный Джокер. Ты что? Охренел там убитый бить? Ему можно. Ему можно. Серьезно? Я тебе глотку вырву, горилла. Это жирный Джокер. Отпусти меня, тварь! Где моя команда Скуби-Ду? Помогите, тварь! Что ты хочешь сделать? Кстати, будет прикольно, если в конце маску снимут, как из Скуби-Ду. Снежный гель! Господи, я эту рекламу навсегда запомню, серьезно. Только попробуй ставить мне так!
По-моему, это, кстати, был не Фомали, по-моему, это вообще другой шаблон. Да я тебя на куски порежу, ты тварь! Я бы понял, как бы сделал Фомали. Я даже не могу больше ничего придумать, как тебя назвать! Но ты тварь, ты понял? Как только мы освободимся... Реально дорог закончился у меня. Секунду. А где Оливия? Купается в помоливе. Я не знаю. Да похрен на эту сучку. Ну и правильно, насрать на нее. Брат. Есть же ботан. Обычно в таких домах есть. Сделаем из нее Оливию потом. Комнаты. С чего ты взял? Чувак, ты реально не видишь его. Не играл в Resident Evil? А может быть ты прав. Ты ищи под столом, а я поищу там. Почему это я под столом? А почему он должен быть под столом? Ладно, ладно. Чуваки, вы реально его не видите, что ли? Почему всю грязную работу постоянно должен делать я? Тут чего-то не хватает. Действительно, кстати. Точно, крутой музыки под мои поиски. Давай. Надеюсь, авторские права за нее не... Не это. Когда Брайан устроил пожар на кухне, я не слышу. Все, я. А когда... Оливия? Точно Оливия. Do you mind to quit your pretending? Truth or false, shit never ending. Hear me now and stop condescending. Напоминает, знаете, вот эта сцена, она очень напоминает мне из «Новый Человек-паук», где он сражался против... Где он сражался против ящера, а на фоне там по классическую музыку Стэн Ли. Ну, вы поняли, какую сцену я имею в виду. Сцена из этого. Из YouTube Stories, в котором также в наручниках сидел. Давай, облей его кипятком. Надо было его кипятком обливать. Ты что, разбивать будешь, да, так понимаю? Нет. А. Нет. Мистер Макс. Жиза, чувак. Жиза, чувак. Прячься под кроватью лучше, чувак. Лучше спрячься под кроватью. Я думал, тебя там не найдет. Дробак. Чикаб Маганс, а? Time for trouble, bitch! Кто играл в Brawl Stars, поймут. Вот отдельно за эту сцену хочу поставить лайк, вот серьезно. Сразу же после этого видео поставлю лайк. Только за вот эту сцену с дробашом. Ну все. Свобо. Все кончено. Ты купил со мной. Все. Купил ты все в безопасности. Оливия, что с тобой? Нифига. Все в порядке. Так я выгляжу с чистой головой. Капец, ты после помолива преобразилась, слушай. Блин, так и хочется сказать, ля какая. Я так и знал. Вы здесь?
Брайан! Чувак, ты обломал самую важную сцену! Да, пипец не вовремя. Так на чем мы там остановились? Иди сюда, воробушек! Наконец-то, кстати, наконец-то! Ты этого не видел! В смысле? Будьте здесь, он мой! Ты чё, бра... ой... ботан доволен? Слышь, ты, тварь! Окей. Кто вспомнил папку, ставьте лайк! Хорош. Так, чё где он? Так, окей, я понял. А Оливия где? Нифига себе, у вас там махач. Ведро, 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 бери ведро. Возьми ведро и какую-нибудь другую шнягу. Я вообще-то по-другому, я по-другому хотел. Типа она должна была надеть и долбануть, чтобы его оглушить. Но можно и так. Окей, допустим. У него такая же крепкая башка, как у тебя. Блин, чувак, ты меня бесишь, серьезно. Ты как, ты, блин, как Джейсон, реально. Тебя хрен убьешь. Возьми кол. Кол возьми. Кол возьми. Да ну, только не позвоночник. Только не позвоночник. На тебе дизлайк, слышь? О! Воткнуть, а не бить. Господи. Втыкай, 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 втыкай. Блин, Оливия, что ты ждешь? Какого хрена? And his name is Olivia! Ну все, хорош, хорош, остывай, все. Как говорится, this is too easy. Хотя... так не скажешь. Вот и солнце встало. Дожили до рассвета. В отличие от Until Dawn. Или Dawn. Я не помню, как назвать правильно. Спасибо. Браво, браво, браво. Ты все это время сидел с колом, серьезно? Забавно. Я поражен. То есть ты еще и бессмертный? Кто ты такой? А это самое интересное. Кстати, как вам кетчуп Оливия? Что? Оливия! Ладно, ладно, иду. И что ты нам сделаешь, мистер злодей? Да че его ждать? Давай... У меня другой вопрос. Как он все это время держался с этим колом? Его грохнем. Я бы так не спешил. Серьезно, шокеры. Этими шокерами вообще должен управлять Павел Воля, как я знаю. Брайан! На браслетах он написал наши слабости! Что написано у тебя? А, ну-ка, у тебя чё? Чмо? У меня пустой браслет, ничего не написано. Ты просто чмо, и всё. Тебя не за что убивать. Правильно люди говорят. Хочешь сделать хорошо? Сделай всё сам. Зачем Вилсаком? Тебе это нужно? Вилсаком? Сливки шоу? Что у тебя на канале?
Скоро будет 10 миллионов подписчиков. Но при чем здесь Сливки Шоу и Вилсаком? Интересно узнать. Не понимаю. При чем здесь Петухов? Я работаю на руководстве Ютуба. Когда почините тренды? Как ты знаешь, за 10 миллионов подписчиков дают бриллиантовую кнопку. Но где она, кстати, интересно узнать. Так у нас нет бриллиантовой кнопки! Вот именно. Неделю назад умер последний гном, который копал бриллианты для этих самых кнопок. А во всё виноват детский контент. Разум гномов отличается от человеческого. И когда эти маленькие ублюдки смотрели YouTube, они приходили в ярость и просто убивали друг друга. Секунду, ты хотел убить нас лишь только из-за того, что YouTube не может прислать нам эту чертову кнопку? Это репутация. Видишь ли, нельзя, чтобы люди знали, что у нас закончились бриллиантовые кнопки. А иначе такие, как ты, перестанут стремиться получить 10 миллионов подписчиков. И у нас не будет бабла. Бред какой-то. Согласен. Не нужна нам ваша кнопка. Это самая тупая мотивация, которую я слышал. Хотя, Сливки Шоу, он получил последнюю кнопку. Ты помнишь, как он обсасывал это у себя на канале? Он, кстати, скоро получит... Да мне правда 15 миллионов. Не нужна ваша кнопка. Я снимаю с душой. Ну, камон. Ну, ладно. Мне просто не нужна ваша кнопка. Я вами восхищаюсь. Но вы слишком много знаете. Простите. Да. Это самая тупая мотивация, которую я когда-либо слышал. Тут больше, ребят, просто сказать нечего. Слушаем. Просто сказать. Перестань их убивать. Что? Живо. А ты, собственно, кто вообще? Тот, который... Планы изменились. Двое конца трубки. Ну, подожди, а как же репутация Ютуба? Мы нашли выход. Теперь вместо гномов мы отправляем работать в шахты китайцев. А китайцев много. Ну, как же Брайан и его чертовы друзья не все знают? Ты вообще видел его канал? Думаешь, ему кто-то поверит? Ну, и то верно. Ладно, ребят. Вы свободны. Что такое 030612? Это создание канала? Или что это такое? А мне предстоит отдохнуть. Вот эта дата, это что такое? Это чья дата? Правильно? Неожиданно! Это было неожиданно. А где батя с усами, который? Она под трипом. Причем под конкретным. Или он. Я не понял вообще кто. Что, все? 3 минуты еще. 4. Она. Все-таки она. Капец, у вас тут год грехов. Вот и нянька. Дерзкая. Которая пока что завершила свою трилогию. Будет ли четвертая часть, неизвестно. Притворялась. Ты что, охренела, что ли? А чё ты тут развалилась? Да я просто прикумарить легла. И вообще, какого хрена на мне эти чёртовы цветы? Как бы мы подумали, что ты умерла. Вы нас спасли. Нет! Мы просто решили отпраздновать 10 миллионов на канале и поехали повеселиться в загородный дом. Ага, завёл нас хрен пойми куда. А чё я этот? Я по карте ехал. Надо было карту перевернуть, дебил. Так, стоп. Почему вы решили отпраздновать 10 миллионов подписчиков на моем канале без меня? А нахер ты нужен?
Ладно, собирайте манатки и решим. Да, у меня в заначке осталось пару белых ящиков. Думаю, на всех хватит. Что это? Да так, ничего. О, тигра. Который зажрался. Ты что-то от нас скрываешь, да, тигра? Предлагаю, ребят, посмотреть титр. Возможно, мы найдем что-то еще. И плюс еще я предлагаю звук сделать потише, потому что слишком громко. Надеюсь, эту песню мне тоже право не прилетят. Что я могу сказать короткометражке? Короткометражка смешная. В ней есть страшные моменты, на самом деле. И она мне понравилась, вот честно признаюсь. Я давайте лайк поставлю. И дайте кто-то комментарий. Конечно же, они отключили. В общем, мне понравилось все. Я короткометражкой в целом доволен. И я надеюсь, что вы тоже будете довольны моей реакцией. Вот так вот. Буквы как в GTA. Осена после титров хорош. Надеюсь, будет продолжение этой самой короткометражки. Почему ты сама не остановила нашего агента? Потому что его животное снесло мне голову нахрен. Елена, не забывайтесь. Простите, эмоции. Ты представляешь, что было бы, если бы этот ребенок умер? Ему 19. Серьезно? Ладно. Посылай ему кнопку. Но помни, если еще раз это повторится, иди. Короче, ребят, нас ждет продолжение, это очевидно. И я буду в целом рад, если честно, этому продолжению. За сцену после титров тоже хочу поставить лайк. Спасибо, что на этом стояли. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик, чтобы знать мои события. Ссылка на ВК в описании. Ссылка на оригинал тоже в описании. И встретимся на выходных. Всем удачи, всем пока.